покушением на премьер-министра! Скотланд-Ярд проводит расследование! Скотланд-Ярд ищет парламента. Вы в порядке? Что так долго? Что? Долго? Я вообще-то добывал для вас ценные сведения. Хотя это было просто. Не знаете, что сегодня вечером планируется в Тауэре? Прием. Слово, я приглашен. Как это кстати? Мы не сможем просто ворваться туда. Согласен. Нам нужен план. Опять вы. Джейкоб, ты будешь сопровождать мистера Сингха. А потом незаметно ускользнешь и узнаешь, где Кахину. Я возьму на себя стражников вокруг Тауэра. Встретимся в Белой башне. Отлично. Будет повод надеть костюм. Оружие не берем. Не будь занудой. Найду Сингха. Сокровище наверху. Только не попадитесь. Это самое охраняемое место во всей Британии. Не будь я индусом. А вы поможете мне отвлечь стражников? Только подайте знак. Дам сигнал Сингху, чтобы отвлек стражников. Простите, вы не подскажете, как пройти в уборную? But do tell me how you've been. Oh, well, it's been a long time, hasn't it? Where to begin? Come now, give me something to remember. Do I ever tell you about the time I nearly journeyed to America with Wilkinson? Did you really? Oh, я пуговицу потерял. Не поможете найти? Алмаз на втором этаже. Как же тут тихо. Стражник спит.
Интересно, что же в ящике? Похоже, кто-то меня опередил. Алмаза тут нет. Надо найти его, пока он еще в Тауэре. Надеюсь, успею. Надо осмотреться. Может, появятся зацепки? Не спускать с него глаз! Алмаз на втором этаже. Как же тут тихо. У меня другие дела есть. Стражник спит. Интересно, что же в ящике? Похоже, кто-то меня опередил. Алмаза тут нет. Надо найти его, пока он еще в Тауэре. Надеюсь, успею. Надо осмотреться. Может, появятся зацепки? Поймайте его! Алмаз на втором этаже. Как же тут тихо. Нарушитель! Лови его!
Алмаз на втором этаже. Как же тут тихо. Стражник спит. Интересно, что же в ящике? Похоже, кто-то меня опередил. Алмаза тут нет. Надо найти его, пока он еще в Тауэре. Надеюсь, успею. Куда его унесли? Куда его унесли? Гениальный план. Он у нас в руках. Благосклонность. Королева увидит, что алмаз у него в кармане. И он ничего не заподозрит. Если попробует выйти, попрощается с титулом. Получит новый. Будет заключенный, Синг. Алмаз подбросили до липу. Вот черт. Очарователен, как и вы, мистер Синг. Ну что вы, мэм. Так, расскажите, откуда вы знаете друг друга? Ваше Величество, мы впервые встретились в Фатергархе. Элсворт и наши давние друзья. Мы с мистером Сингхом очень сдружились, Ваше Величество. На чужбине бывает так одиноко. Тем приятнее найти друга. Разумеется. А теперь компания прислала вас сюда с неотложным делом. С удовольствием рассказал бы вам, Ваше Величество, но, увы, это тайна. Уверен, скоро вы сами все узнаете. Я за работу! Нет времени на прятки! Я слышал! Надо осмотреться! This is the last thing we need. Let's see. Надо тихо забрать алмаз у Синха. Конечно, не мой конек. Боже правый! Он споткнется! А,
Я в беде. Надо тихо забрать алмаз у Синха. Какого черта? Конечно, не мой конек. Бейте его с нос! Вот черт! И что теперь делать? Вали его с ног! О, боже! Боже правый! Он уже черт. Выдохся! Вот черт! Господи Иисусе! Вот дерьмо! Он споткнется! Ну, вперед! Надо тихо за... О, ваш друг столь же очарователен, как и вы, мистер Синг. Ну что вы, мэм. Итак, расскажите, откуда вы знаете друг друга? Ваше Величество, мы впервые встретились в Фатехгархе. Элсворты — наши давние друзья. Мы с мистером Сингхом очень сдружились, Ваше Величество. На чужбине бывает так одиноко. Чем приятнее найти друга. Разумеется. А теперь компания прислала вас сюда с неотложным делом. С удовольствием рассказал бы вам, Ваше Величество, но, увы, это тайна. Уверен, скоро вы сами все узнаете. The very notion that a person of my status would be accosted in this manner deliberated some well-placed rock. Oh! What do you think you're doing? Indeed. I don't have to tolerate this. Oh, it's just the priest's court. Get off the mic! No respect for other people. I hope they fall over and dash their brains. Look around. No one gives a cuss anymore. What do you want? What in the blazes with that old man? This neighborhood is falling apart. Even the people are turning into animals. The beasts of the Queen's menagerie are better behaved than this lot. The very notion that a person of my status could be accosted in this manner. The indignity. Bloody vandals. Who do you expect to get away with this? The beasts of the Queen's menagerie are better behaved than this lot. Keep your hands to yourself. We can't be having that. Пора найти сестренку. Thank you.
Здесь полно тамплиеров. Надо избавиться от них. Нет. Почему так долго? Накладка вышла. Вот он. В чем дело? Нас опередили. Когда я пришел, алмаз уже украли. Они ни перед чем не остановятся. Они хотели подставить Синха. Я успел выкрасть у него подброшенный камень. Представь себе лицо королевы, если бы... Они уже знают, что просчитались. Не за что. Думаю, пора уходить. Надо выбираться отсюда. Что он здесь делает? Тревога! Поймаю! Вижу я тебя! Сейчас попаду! Надеюсь, они справятся.
Отдали его сестре? Еле-еле. В смысле? Расскажу в другой раз. Были неприятности? Здесь говорить нельзя. Остинская компания опять взялась за свое. Тогда выйдем. Вы, сэр, остановитесь! Прошу прощения. Обыскать! Ничего. Кахинора у него нет. Конечно, нет. Вы за кого меня принимаете? За преступника? Что это была за суматоха, мистер Синг? Полагаю, они решили, что я пытаюсь украсть Кахинура, ваше величество. Ха! Кахинур? Кому придет в голову красть эту картофелину? Всего доброго. Нам еле удалось выкрутиться. Остинская компания попыталась подкинуть вам бриллиант и подставить вас. К счастью, я весьма вовремя оказался рядом. Встретимся в лавке мистера Грина. Мне нужно увидеть бриллиант своими глазами. Кохинур, вы позволите? Стекло? Настоящий кохинур в Индии. Зная, что вы задумали, я помешал бы. Мой отец в свое время спас бриллиант от тамплиеров. Ваш отец оказал неоценимую услугу моему народу. Я был несправедлив к вам. Вы были правы. Я расстроился из-за отсутствия прогресса. Может, просто забудем об этом? Надо выяснить, кто стоит за этим. И почему Остинская компания работает с тамплиерами. Нет, мы должны проследить за ними, найти их штаб-квартиру и уничтожить. Джейкоб. Знаете, может, в этом что-то и есть, мистер Фрай? Thank you.
Я поговорил с мистером Грином, и мы выяснили, где находится тайный штаб Ост-Индской компании. При встрече он все вам расскажет. Неподалеку отсюда есть плавильня, где встречаются тамплиеры и члены Ост-Индской компании. Мистер Грин ждет там. Но мы не знаем, почему вас хотели подставить. Да, но мистер Грин считает, что они используют фабрику для своих целей. Думаю, стоит начать там. Удачи. Наконец-то. Синг говорит, ты нашел штаб Ост-Индской компании. Они захватили заброшенную плавильню. Она хорошо защищена. И вроде бы они переправляют что-то ценное за море. Что бы это ни было, дело плохо. Я согласен. Надо выяснить, что они защищают, и уничтожить это. Может, узнаем, зачем им мистер Синг. Значит, здесь они хранят усыпляющий газ. Нельзя выпускать их из Лондона.
отправить его в Индию? Не может быть. Биологическое оружие. Уничтожи его. Я отсюда вышла.